D'accord. Заходим, заходим. Так видно? Так видно. Здравствуйте. 2 года 2 февраля было. Спасибо. Вот, спасибо. Я и в Корее Пхеньяне была, Япония, и наша здесь я в России и в авиации служила. Потом сначала мы оберегали Ярославский мост. Он же единственный соединял нас с Сибирью. В ночь по 300 самолетов летели. Там было такое, и по земле шли, чтобы разрушить этот мост. Больше же нас ничто в Сибири не соединяло. Конечно, ночью мы не спали. Потом, оказывается, я все время в связи была. Оказывается, мы все считали, что мы работаем, наша часть работает с англичанами. Оказывается, мы с французами работали. И уже когда перестали самое трудное время, нам сапожки одели, белые погоны одели, пустили нас в театр. И оказывается, мы работаем с французами. Вот он 2 или 3 года тому назад выступал, это, наверное, в записи, поздравлял. И вот было, конечно, приятно услышать. Главное, спасибо вам большое. Вам спасибо. За внимание, спасибо, спасибо. Вам спасибо. Немножко в этом году меня подвело нога, вот у меня парализовала. Холодный пол, видно было, там открытые окна остались. Это еще врачи хорошо приходили, по 5 врачей. Сначала в госпитале, потом здесь, что немножечко у меня хоть нога ходить стала. Ну, 92 года обязательно. Много такое прожить. Приходят, говорят, вам, да не может быть вам. Да, я говорю, не может быть, раз я молодею, то приятно. Конечно, я же не могу на этих девочек похожей быть. Были мы молодые, стали вот такие старые. Теперь вот видите, как жизнь, в этом жизнь заключается. На жизнь я не обижаюсь. Муж тоже дослужился до полковника, авиация. Объехали и Россию, и где мы только не были, не знаю, все. Объехали много. А это я чего Брянск, когда мы в Брянск, вы будете жить у нас, пришли, поздравили, сказали, Брянск, вы носите, помните, что были в Брянске. А еще у вас с левой стороны это вот? Медалей вон много всяких, но это я... Не навесит, наверное. Надела, что... Коробка вон целая, все же приносят. С такими событиями, кажется. Да. Но вас не забывают. Вас помнят. Да. Мы приехали. Надеюсь, что кроме нас есть еще люди, которые также помнят. Меня везде. Раньше, конечно, я была говоруша. Меня везде встречали, чтобы я выступала. Людям же нравится, когда или молчишь, или говоришь. Но теперь, конечно, что ж, я уже не та далеко. Годы уходят. Спасибо большое. Ничего не хочу сказать. Большое спасибо. Внимание мужское очень приятно. И ну-ка, что не забывают нас. Это благодаря вам. Да. Сейчас. Живу я одна, конечно, никого у меня нет. Вот это беда у меня, что я все. А в магазине помогает? Нет, люди приходят все. Вчера же пришли.
Тут люди, а никто не пришел, но ничего страшного нет. А вчера пришли, чтобы вроде... Ну, всегда уже на 9-е приходят все, вся улица приходит. Кто не надо мне конфет, я их не ем. Ну, что же такое? Спасибо вам за внимание, спасибо. Света Алексеевна, ты так? Поздравили, поехали. В основном я читаю, это вчера у меня тут корреспонденцию забрали. Все мое, что я читаю, читаю больше. Пока я могу, то я читаю. Сейчас подъем. Поедем, мы сегодня еще раз. Спасибо вам большое, до свидания. Спасибо. 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 Спасибо вам большое. Спасибо. Девочки, будьте красивыми, ухаживайте за собой, чтобы вы были приятные для мужчин, чтобы вы были веселые, не унывайте, даже вам печально, не унывайте ни в коем случае. И постарайтесь не где-то сидеть в уголке, постарайтесь быть впереди, чтобы... Всегда было. Мне всегда было приятно. Я выступала, я и физкультура, и в балете танцевала. Если бы вы знали, что я только... А вот теперь такая развалюха стала. Я не жалею об этом. А какие я спортивные номера в школе, так это я всегда была первая. Поэтому я, наверное, долго живу, скажу вам. Не унывайте, девочки, не поддавайтесь, не печали. Мужчина скорее, они пойдут вперед, они свои дела делают. Но, девочки, не унывайтесь. Вперед идите, только вперед. Хорошо. Спасибо. Вот. Спасибо вам. Машка Федоровна в монастыре встречала последний раз семью царя Николая. Моя внучка уже смоталась в Москву. Все ей там прочитали. Бабушка, как же меня встретили, если бы вы знали. Внуку знали. Не волнуйтесь, я не за здоровье уже не боюсь. Здоровье ушло мое. Вот так что... Берегите себя. Прожила я жизнь неплохую, скажу вам. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну, мы к вам еще раз, может быть, если приедем в Брянск, вот, заедем к вам в гости. Расскажите. Приезжайте, приезжайте. Люди с улицы, почему с улицы? Вот вчера пришли, но никто не пришел. Я им когда что рассказываю, ну-ка проехать мир. Так они специально ходили. А еще когда первый телек мы купили, на улице не было, да все люди шли, ну как я их не пущу. В Брянск мы попали, конечно, никого ни в моей родне не осталось, ни у мужа, а здесь он замполит был, они с Германии приехали, эту землю купили. Нам давали там землю, где областная больница. Они сказали: Коля, ну зачем вы куда-то пойдете, давайте уже здесь. Вот почему мы так и получилось, что да. Спасибо вам вот, за спасибо. Внимание. До свидания.